Следственным отделением отделения МВД России по Рамадановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней уроженки Нижегородской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе предварительного расследования установлено, что инцидент произошел в поселке Рамадановский Махорко-совхоз 12 февраля в квартире, где потерпевшие и подозреваемые проживают совместно. Ссора между ними возникла вечером во время распития спиртных напитков в одной из комнат, где мужчина в порыве ревности в очередной раз стал предъявлять в адрес женщин претензии. В тот момент, когда сожитель, не высказывая угроз убийством, подошел к ней с ножом, который ранее точил, она схватила его руку, в которой находилось орудие преступления, и направила его в сторону его груди. В результате потерпевшему было причинено проникающее ножевое ранение левой области грудной клетки с повреждением внутренних органов. Испугавшись за содеянное, подозреваемая вышла из комнаты за телефоном и позвонила в службу спасения. Между тем, пострадавший, не зная о намерениях сожительницы, зашел к соседке, чтобы попросить ее вызвать скорую помощь. Женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Рамадановскому району по месту жительства. Свою вину в совершенном преступлении она не отрицает. В отношении нее избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Расследование продолжается. Анна Добрышкина, следователь следственного отделения отделения МВД России по Рамадановскому району.